Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такие вот замечательные пинеточки для новорожденного. В зависимости от цвета вы можете связать, допустим, для девочки розовые, для мальчика я буду вязать голубенькие. Поэтому эти пинеточки, я думаю, подойдут и для девочки, и для мальчика. Украшены они вот такими вот помпончиками. Также я сделала дырочку, чтобы продеть ленточку. Я сейчас не продевала ленточку для того, чтобы вам показать именно, как выглядят вот эти дырочки без ленточки. А затем вы просто продеваете ленточку, желательно с выходом на пяточку, и завязываете бантик, фиксируя на ножке. Итак, нам понадобится пряжа. Я буду использовать акриловую пряжу Lanosa Minty. Под нее использую я спицы чулочные номер 3. Также ножнички понадобятся для обрезания кончиков и крючок для заправки и набора боковых петелек для тех, кому будет неудобно набирать. Пряжа у меня чистая акриловая, цвета голубого, так как вяжу для мальчика. Вы уже смотрите на свое усмотрение, кому вы вяжете. Можете связать белоснежные, которые подойдут и для девочки, и для мальчика, если еще не определились с полом, для которого вяжете. Можете взять желтенькие, они также нейтральные, зелененькие. Не обязательно брать голубые и розовые, то есть нет такого определенного стандарта. Берете на свое усмотрение. Для начала нам понадобится всего лишь две спицы, остальные спицы нам понадобятся в качестве дополнительных спиц. И перед тем, как начать вязание, отмотайте небольшой моточек где-то метров, если вам не жалко, метров 8 где-то отмотайте, то есть на 2 пинеточки, чтобы нам делать ставочки. В общем, нам понадобится дополнительная ниточка, поэтому я предварительно вам советую именно отмотать моточек. Хотите, можете с внутренней стороны потом достать второй конец нитки, второй конец моточки, но я думаю, что этого не нужно делать, поэтому предварительно отмотайте моточек, не жалейте, так скажем, больше ниточки, у вас будет 2 пинетки и плюс еще будет бубончик. Поэтому бубончик вы сможете сделать или помпончик из этой ниточки, то есть ту, которую отмотаете. Она у вас будет использована и не останется никаких вот этих вот остаточков, чтобы просто так лежали без дела. Поэтому отмотайте, повторюсь, метра 8 и мы приступаем к работе. Берем ниточку и оставляем кончик где-то сантиметров 20. На одну спицу набираем обычным способом 2 начальные петелечки. Приставляем вторую спицу и набираем еще 13 петелек. Это всего нам нужно набрать 15 петелек. То есть 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Разворачиваем вязание и вытаскиваем свободную спицу, то есть ту, на которой нет начальных 2 петель. Почему я набираю сначала на одну, а затем приставляю вторую? Для того, чтобы у меня был просто не растянутый краешек, вот этот, не вытянутая петелька крайняя. И начинаем, включая первую, провязывать просто лицевыми петельками. Просто лицевую. Вплоть до того, что последнюю мы точно так же провязываем лицевой. Если вы последнюю провязываете как кромочную, изнаночную, провязывайте. Единственное, что я вам посоветую, обязательно запоминайте, как вы вяжете первую пинеточку, для того, чтобы потом связать аналогично и вторую пинеточку. То есть, если вы в первом варианте пинетки вяжете последнюю, как я, лицевую, то и во втором точно так же провязывайте лицевую. Если последняя у вас кромочная, изнаночная, провязывайте обязательно и на втором варианте кромочную, изнаночную. Разворачиваем вязание второй ряд. Первую я всегда снимаю, а все последующие провязываю лицевой. И так во всех последующих рядах я буду провязывать последнюю лицевой, а первую буду снимать не провязанной, для того, чтобы у меня был красивый ровный край такой вот косичкой. Вот таких рядочков лицевых нам нужно всего провязать где-то сантиметров 14, то есть вы просто как прямым полотнищем, так скажем, как шарфиком тоненьким, вяжете 14 сантиметров. Я буду вязать, я уже, так скажем, просчитывала по первой, когда вязала, и буду вязать 53 рядочка, то есть у меня будет нечетная
количество рядов. И должны мы закончить вязание обязательно на начале четного ряда. Почему? Для того, чтобы вот этот хвостик наш потом спрятать по ходу вязания. То есть, чтобы он у нас был не на, скажем так, верхней части пинеточки, а во внутренней. Я вам потом объясню, почему так. То есть, вы заканчиваете провязывание, вот получается, на изнаночном ряду, а лицевой ряд у нас будет считаться вот этот четный. То есть, нужно закончить, чтобы у нас вот этот хвостик был с левой нижней стороны. То есть, вот так, как я сейчас держу спицу, нам нужно закончить наше вязание. Итак, провязываем. Если хотите, со мной вяжите 53 рядочка. Мы сейчас провязали 2, то есть еще 51 ряд довязываете самостоятельно. Включая первую снимаете, последнюю провязываете либо все время лицевой, либо все время изнаночной петелькой. Итак, я провязала 53 ряда, о чем я вам говорила. У меня с левой стороны, вот снизу, наш хвостик. Теперь мы будем закрывать петельки. Первую снимаем, не провязанной. Вторая у нас лицевой провязываем. И делаем протяжку, одеваем первую на вторую. Далее третью провязываем лицевой. И вот эту предыдущую одеваем на последующую. Лицевая, протяжка. Лицевая, протяжка. Лицевая, протяжка. И так делаем вот эти лицевая, протяжка до конца. Закрываем наши петельки. И вот что у нас должно получиться. Вот такая вот косичка по краю. То есть красивенько законченный краешек. Так, я продолжаю провязывать лицевую и одевать предыдущую на последующую петельку. Вот таким вот обычным способом закрытия петелечек. И вот я дошла, последняя у меня тоже лицевая, и делаю протяжечку. Смотрите, вот что у вас должно получиться. Такой небольшой шарфик, 14 сантиметров, где-то может быть 13 и 8, если быть точно, может быть 14, у кого как, в зависимости от толщины пряжи и толщины спиц. Вот так вот у нас получилось такое полотнище. Почему я вам сказала закончить с этой стороны? То есть мы сейчас по вот этому краешку будем набирать с боковой стеночки 30 петелек. И вот эта ниточка у нас будет получаться снизу по ходу вязания. То есть она будет в середине пинеточки. Если вы начнете вот здесь вот закроете, то у вас получается сверху пинеточки будет вот этот хвостик. Его потом заправлять, и он не очень красиво будет смотреться. И также я не рекомендую отрывать ниточку. Мы сразу будем продолжать набирать петельки. То есть это так удобно. И, скажем так, я не люблю лишних привязываний и заправлений кончиков. Хотя в этой пинеточке их будет более чем достаточно, вы сами убедитесь. Но вот почему-то я решила продолжить именно с этого края. Хотя можно с любого, то есть можете справа, можете с левого и так далее. В общем, берем нашу петельку, подтягиваем. Это будет у нас уже считаться набранная одна петелька. Нам еще нужно донабирать с боковой стеночки 29 петелек. То есть одна у нас набрана, далее вторая. И вот смотрите, я в косичку ввожу спицу и вывожу уже, захватывая ниточку, петельку. Если вам таким образом неудобно набирать, возьмите крючком, наберите. То есть как удобно вам, набираете и считаете количество петелек. У нас получается здесь по набору косички петелек получается где-то 28 петелек, я уже считала. Но я вам покажу, как в конце мы наберем еще 2 петелечки. Итак, считаем. Я набрала 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 петелек. Далее набираю 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Обязательно за обе стеночки набирайте. Если будете набирать за одну стеночку, будет такой рыхлый край. Поэтому рекомендую вам набирать именно за обе стеночки косички. Вот она у нас косичка. И набираем. По всем вот этим вот петелькам нужно пройтись. Я еще раз сейчас пересчитаю.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27. Здесь вот не очень удобно будет в конце. 28 набирать. О чем я вам говорила? Если по косичке набирать, получается 28 петелек. Берем крючок. И вот здесь вот в самом конце у нас еще есть как бы вот петелька, мы еще с нее набираем. И где-то здесь вот красивенько, вот здесь вот в краешке наберите еще одну петельку. То есть вот здесь вот подтяните кончик и еще наберите одну петельку. Где-то с любой стороны вот здесь вот в стеночке, то есть вот смотрите, получилось 30 петелек. Крючок можете отложить в сторону, снова берем вторую спицу. И сейчас мы будем снова провязывать полотно. Нам нужно провязать вот здесь вот, опять же, платочной вязкой, просто лицевыми петельками с лицевой изнаночной стороны, 9 рядочков. Итак, начинаем. Первую я, как всегда, снимаю непровязанную, затем продолжаю все петельки, включая кромочную, провязывать лицевой. Это у нас сейчас первый ряд провязывается. Затем разворачиваем второй ряд, третий ряд и так далее. Нам нужно провязать всего 9 рядочков. И начинаете отсчитывать. Хотите, можете, возьмите счетные палочки отсчитывать. Возьмите считалочку для вязания. Ну, то есть, кто чем пользуется. Просто возьмите ручку с листочком и отмечайте начало ряда. Я, в принципе, могу без отмечания посчитать количество рядочков, так как вот если вы повернете на лицевую сторону, у вас провязан, вот он получается, с той стороны лицевой ряд, это изнаночный, он у нас первый. Затем я сейчас буду провязывать снова лицевые, первую снимаю, это у нас второй ряд, затем снова будет у нас изнаночный третий ряд и так далее. В общем, провязываем 9 рядочков и затем нам нужно будет встретиться в 10 ряду. Думаю, вы провяжете самостоятельно. Здесь абсолютно ничего сложного и непонятного нет. Просто провязываете 9 рядочков. И мы провязали с вами 9 рядочков лицевыми петельками, платочной вязкой. Теперь у нас 10 ряд. В 10 ряду мы с вами сделаем дырочки для нашей ленточки или жгутиков. То есть для того, чтобы затягивать пинеточку на ножке, фиксировать. Для тех, кто не хочет делать эти дырочки, просто провяжите этот ряд лицевыми петельками. То есть и все. Для тех, кто хочет дырочки, провязываем вместе со мной. Первую снимаем, еще одну провязываем лицевой. Далее делаем накид. И две вместе провязываем, следующие одной лицевой. Снова накид, две вместе лицевой. Опять делаем накид, две вместе лицевой. Этот накид у нас и будет дырочкой. Снова накид, 2 вместе лицевой. А почему 2 вместе лицевой? Для того, чтобы мы восполняли, так скажем, петельки. Вместо накида мы провязываем... Ой, вместо одной лицевой, которую мы здесь завязываем 2 вместе лицевой, у нас накид. То есть как бы у нас всего в конце ряда должно получиться 30 петелек, как и было. То есть у нас не должно ни меньше стать петелек, ни больше. Поэтому просчитайте. Две петельки мы провязывали, одну снимали, вторую провязывали лицевой, далее накид, это третья петля, две вместе лицевой, четвертая, накид, пятая, две вместе лицевой, шестая и так далее, седьмая, восьмая, девятая, десятая, снова накид, одиннадцатая, две вместе лицевой, двенадцатая, накид, тринадцатая, две вместе лицевой, четырнадцатая, накид, пятнадцатая, две вместе лицевой, 16 петля, накид 17, 2 вместе лицевой, 18. Снова накид 19, далее 2 вместе лицевой, 20. Накид 21, 2 вместе лицевой, 22. Накид 23, 2 вместе лицевой, 24. Накид 25, 2 вместе лицевой, 26. Накид 27, 2 вместе лицевой, 28. Восьмая. И у нас остается 2 лицевые. Мы так их и довязываем. 29 и 30 без накида.
То есть вот у нас получились накиды. В следующем ряду мы провяжем просто все петельки лицевые. Первую снимаем не провязанной. Далее все петельки, включая накиды, провязываем просто лицевой. Накиды не перекрещенной, просто провязывайте классической за переднюю стеночку лицевой, для того, чтобы образовывались вот такие вот дырочки. Не перекрещивайте, еще раз повторяюсь, не провязывайте за заднюю стеночку, для того, чтобы у нас получились вот такие вот дырочки. Итак, все 30 петелек провяжем лицевой. И до конца ряда абсолютно. Это у нас уже получается 11 лицевой ряд. То есть в 10 мы сделали накиды. И в 11 мы провязываем просто лицевой, как бы фиксируем эти дырочки. Вот они у нас получились дырочки. И вот он наш отворотик. То есть вот так вот выглядит верх пинеточки нашей. Сейчас мы будем вывязывать саму пинеточку вверх. То есть сейчас, смотрите, у нас 30 петель. Нам нужно, как я вам говорила, уже понадобятся дополнительные спицы. Нам нужно первые 10 петелек перецепить, просто не провязывая, на дополнительную спицу. То есть вот 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переодеваем на дополнительную спицу. И точно так же ниточку с основного моточка мы оставляем. Теперь нам понадобится спица и моточек, который мы оставляли при начале вязания. Я вам говорила, отмотайте. Нам он сейчас нужен. Не отрывая ниточку, чтобы потом ее снова не привязывать здесь. Мы ее оставляем. Затем берем, скажем так, ниточку, ту, которая с маленького моточка. И провязываем просто лицевыми петельками, включая первую петельку, 10 средних петелек. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мы провязали с маленького моточка средние 10 петелек. У вас на первой и на третьей спице должно остаться по 10 петелек. То есть, смотрите, мы поделили визуально на 3 части, то есть по 10 петелек. Берем еще одну спицу и продолжаем вязать средние 10 петелек. Первую снимаем, и это получается второй ряд средние 10 петелек. Просто лицевыми. Все вяжем абсолютно лицевыми петельками. Чтобы не запутаться, я вам всегда говорила, что провязывайте последнюю тоже лицевой. Никаких изнаночных в этом вязании быть не может. Если вы провязываете последнюю кромочную изнаночной, провязывайте. Первую снимаете не провязанной. Это у нас третий ряд средние 10 петелек. Все абсолютно провязываем лицевыми петлями, платочной вязкой. Третий ряд. Далее разворачиваем изнаночный. Четвертый ряд. Все это провязываем с маленького моточка, который мы оставляли с вами в начале вязания. Четвертый ряд. Далее разворачиваем на лицевую сторону. Пятый ряд провязываем. И так нам нужно провязать прямыми обратными рядами 10 рядочков. Туда лицевые петельки и обратно. Это у нас пятый ряд. Далее изнаночный шестой, восьмой и десятый ряд провязываете. А лицевой провязываете седьмой и девятый ряд. Я думаю, что здесь самостоятельно вы тоже провяжете. Вот я сейчас заканчиваю, довязываю шестой изнаночный ряд. Далее перехожу на лицевой и так далее. В общем, 10 рядочков всего нам нужно провязать прямыми обратными рядами. Довязали 10 рядочков платочной вязкой. Теперь ниточку обрезаем. Оставляем где-то 3 сантиметра для заправления вот этого кончика. Моточек отлаживаем в сторону, ведь у нас будет еще вторая пинеточка. И остаточек с этого моточка используйте на изготовление помпончика, бубончика. Теперь берем в руку наше вязание и спицу. И поменяйте вот так вот первую петельку. То есть, смотрите, снимаете и одеваете ниточку, чтобы осталась за работой. То есть, для чего это нужно? Для того, чтобы вам красивенько потом спрятать вот этот кончик
с изнаночной стороны. Как видите, с лицевой стороны у вас его уже не видно. Итак, подтягивайте нормально спицу, и мы продолжаем вязать вот этой ниточкой основной с моточкой, то есть длинной ниточкой. Берем нашу спицу, снимаем первую петельку и провязываем вот эти первые 10 лицевых. То есть вот они 3 у меня провязаны, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И сейчас мы будем совмещать наше вязание снова на одну спицу. Как мы это сделаем? Нам нужно с боковой вот этой стеночки набрать на спицу 7 петелек. Так, визуально посчитайте, где вы можете набрать. Вот они наши косички, в них и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и где-то здесь 7 петелек. То есть я начну вот здесь вот набирать снизу. Мне так будет просто и удобно. Вот, смотрите, получается у меня 11 петля. То есть, из, так скажем, 10 и 7, 17 петелек. Поэтому 11 я сразу буду считать. Вот здесь вот дырочку 12. Снова 13 с боковой. 14, 15, 16 и 17 петелька. То есть 10 с основного вязания и 7 с боковой стеночки. Вот здесь вот петельку подтяните, вот этот краешек, чтобы она не вытягивалась. Вот с изнаночной стороны. Мы набрали 7 с боковой стороны. И теперь 10, которые у нас на средней спице, мы их просто провязываем лицевыми петельками. Теперь у нас снова мы дошли до второй боковой стеночки. Нам нужно опять набрать 7 петелек с боковой стеночки. Для тех, кому неудобно набирать спицами, возьмите крючком. Всегда он в помощнике вам, чтобы набрать. И снова смотрим, где мы можем набрать 7 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, 7 где-то вот здесь вот дырочки. И начинаем набирать с косички. 1 петелька, 2, 3, 4, 5, 6, и дырочку я ввожу вот сюда вот наши скрещенные лицевые предыдущего ряда, 7. Ничего страшного, что она у нас из дырочки, то есть здесь у нас же дырочка идет для, скажем так, петельки для ленточки или для жгутика, поэтому ничего абсолютно страшного, что она отсюда будет выходить. И довязываем 10 петелек с основного вязания. Просто лицевыми петлями. То есть, как вы видите, мы все вяжем абсолютно платочной вязкой. Довязали лицевые и разворачиваем на изнаночный ряд. У нас все вязание ушло на одну спицу, поэтому мы продолжаем просто вязать двумя спицами. Итак, снова первую снимаем, 10 провязываем основного вязания петелек, то есть которые мы делили 3 части по 10 петелек. Вот мы их и провязываем. Первую снимаем. Теперь я 3 лицевые, 5 петля, 6, 7, 8, 9 и 10. Теперь провяжем 7 петелек, которые мы с вами набирали с боковой стеночки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть мы провязали 17 первых петелек просто лицевыми петельками. Сейчас нам нужно после 17 набрать вот здесь вот с боковой стеночки еще одну петельку. То есть вы просто захватываете ниточку и где-нибудь выводите, только аккуратненько, чтобы у вас не спадали петельки, выводите петлю дополнительную. И получается у вас уже не 17 боковых, а 18 боковых петелек. Теперь провязываем средние 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И снова за 10 петельками мы вводим крючок и где-то вот здесь вот делаем воздушную, не воздушную, а петельку сразу провязанную. Воздушная это немножечко не то. Просто где вам удобно, вот здесь вот провязываете лицевую петельку. Только так желательно, чтобы она
Я вот здесь долго не могу попасть никуда так, чтобы красивенько было. Чтобы она у вас была довольно-таки хорошо и красивенько смотрелась. То есть, чтобы дырочек не образовывала. И теперь довязываем наши 7 боковых и 10 с основного вязания. То есть, 17 боковых петелек. Мы добавили уже 18, поэтому их уже в дальнейшем будет 18 боковых петелек и 10 средних петелек. Это те, которые у нас вначале делились на 3 части. И довязываем полностью все лицевыми петельками. Довязали наши, распределили петельки красивенько. И теперь, начиная с этого ряда, нужно провязать 10 рядочков платочной вязки. Как мы здесь вязали 9, только здесь мы будем вязать 10. То есть первый ряд, первую снимаем. И все остальные петельки, наши 18 боковых, 10 средних и 18 со второго бока, мы бочка будем провязывать лицевыми. То есть это первый ряд. Затем разворачиваете на изнаночной второй ряд, затем снова на лицевую третий ряд, четвертый ряд и так далее. Провязываем 10 рядочков, это у нас первый. И встретимся с вами на 11 ряду. Здесь, я думаю, тоже ничего сложного, просто вяжете прямым полотном 10 рядочков лицевыми петлями платочной вязкой. Итак, вот я провязала 10 рядочков платочной вязкой. Уже вы видите, у нас вырисовывается вот такой перед пинеточкой. И вот он наш отворотик. То есть вот она наша визуализация уже пинеточки видна. И теперь нам нужно будет вывязать подошвочку, ступню нашей пинеточки. Мы берем в 11 ряду после провязанных 10. Берем первую, снимаем. Далее провязываем 2 лицевые, то есть это у нас всего 3, получается 3 лицевые. Теперь мы провяжем 3 вместе лицевой, то есть вот они 3 наши, вместе мы провязываем 1 лицевой. Теперь провяжем 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 петелек лицевых, это у нас боковые петельки. Теперь снова провяжем 3 вместе лицевой. Если вам неудобно, берите крючочек и провязывайте крючком. Теперь мы провяжем 6 передних петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 лицевых, если 11 у нас было боковых, теперь 6 лицевых. И снова их отделяем 3 вместе петельками лицевой. Провязываем вместе лицевой. И снова у нас подошло к боковой второй части. Провязываем 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И снова провязываем 3 вместе лицевой. И довязываем 3 петелечки лицевых. То есть, смотрите, с передней и с задней части у нас по 6 петелек. То есть, 3 в начале, 3 в конце, 6 с передней части. А по бокам у нас по 11 петелек. И все это разделяет 3 вместе лицевой. Теперь провяжем 12 ряд изнаночный. Просто все петельки лицевые. Первую снимаем непровязанной. И все оставшиеся петельки провязываем просто лицевыми, не делая никаких провязываний, убавлений, прибавлений. В общем, ничего не делаем, без изменения провязываем каждую петельку лицевой. Развернули на лицевой ряд, и у нас сейчас 13 ряд или 3 ряд просто вывязывания подошвочки. Первую снимаем. Затем следующую провязываем лицевой. То есть всего мы провязали, получается, 2 лицевые. Теперь снова провязываем 3 вместе, 1 лицевой. И вывязываем уже 9 боковых петелек, потому что мы уже убавили 2. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Снова отделяем их 3 вместе, провязываем лицевой. Теперь передних вместо 6 у нас уже 4, так как в начале было 2, в конце будет тоже 2. Поэтому спереди у нас 4. 1, 2, 3, 4. Тоже на 2 убавили. И 3 вместе лицевой отделяем перед от боковой стеночки. Снова провязываем вторую боковую стеночку 9 петель, как и в начале. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 вместе лицевой отделяем. И довязываем 2 лицевые в заднюю, получается, разделенную часть. Передняя у нас цельная, 4 петельки, а задняя разделена по 2 петельки в начале и в конце. Теперь у нас 4-й ряд изнаночной подошвы. Снова без изменения. Просто первую снимаем и все последующие петельки провязываем лицевыми петлями. Просто без изменения, как бы закрепляем наши убавления в предыдущем ряду. Довязали изнаночный ряд и снова лицевой 5-й уже ряд подошвочки мы провяжем так. Одну снимаем, то есть она у нас заменяет одну лицевую. Сразу же провязываем 3 петли лицевой одной вместе. 7 боковых лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь отделяем 3 вместе снова. У нас, помните, было с боковой стеночки 11 петелек, в следующем ряду, точнее через ряд изнаночный, было 9, сейчас уже 7. Снова отделили 7 и у нас средненькие получаются уже просто 2 лицевые. Поэтому провяжем 2 лицевые, те, которые у нас были 6, 4, теперь 2. Снова отделяем 3 вместе одной лицевой. Кому неудобно, повторюсь, можете крючок использовать. И теперь снова переходим к 7 боковым лицевым. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 вместе одной лицевой. Вот я о чем говорила, что не очень удобно провязывать лицевые вместе. Но бывает иногда соскальзывает. И довяжем последнюю лицевую. Та, которая у нас 2 в начале были, 2 в конце. Сейчас уже 1. И теперь мы провяжем изнаночный ряд. Изнаночный, как вы помните, мы провяжем просто без изменения, то есть все петельки лицевые. Это был последний, 3-й, заключительный ряд убавлений подошвы. И поэтому мы еще довяжем сейчас вот этот 6-й изнаночный ряд лицевыми. И 7-й ряд лицевой мы также провяжем лицевыми петельками. Для того, чтобы закрепить наши все убавления, выровнять нашу красивую подошвочку. Поэтому довязываем 6-й ряд, разворачиваем 7-й лицевой ряд. Мы провяжем также лицевые. Первую снимаем непровязанной и полностью все петельки довязываем лицевыми. Как я вам и обещала, в этих пинеточках нет изнаночных петель, если вы не провязываете последнюю кромочную изнаночной. Здесь все полностью состоит из платочной вязки лицевых петелек. Вот она, наша основа пинеточки готова. И нам осталось всего лишь ее сшить. То есть берем спицу. У нас сейчас 22 петельки. Нам их нужно разделить на 2 спицы. Поэтому просто переодеваем с левой спицы на правую 11 петелек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И проверьте, на второй тоже должно быть 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11 петелек. Мы как бы поделили их просто на 2 части ровные. Теперь выворачиваем на изнаночную сторону. Просто развернули. И уже вам, в принципе, не понадобится этот моточек, так скажем. Можете его
обрезать. И если хотите, также можете сейчас использовать вот этот второй маленький моточек, то есть чтобы он у вас не оставался. Я эту ниточку обрезаю. Хотите, можете с основного моточка использовать ниточку, в общем, как хотите. Я обрезала основную, у меня уже все, как вы видите, отдельно от вязания полностью пинеточка. Теперь развернули на изнаночную сторону, соединили близко друг к другу спицы, на которых по 11 петель. Теперь берем пальцем, обхватываем кончик ниточки и теперь будем закрывать открытые петельки. Вместе провязываем с одной и со второй спицы лицевую петельку. Вот для чего я вам говорила, нужен крючок. Мне сейчас неудобно сделать первую петельку. Берем, захватываем с двух спиц и одновременно делаем лицевую петельку. То есть вот она у вас. Снимаем ее. Смотрите, мы с двух спиц сделали одну лицевую. Снова теперь ныряем в одну петельку на одной спице и во вторую петельку на другой спице. Вывязываем снова одну лицевую. Снимаем петельки со спиц, и у нас уже на третьей спице 2 лицевые провязаны. Одеваем первую на вторую, делаем протяжку. Точно так же снова с первой спицы со второй захватываем петельку, провязываем вместе 2 лицевые, снимаем и одну петельку одеваем на вторую. И так точно делаем все 11 петелек с одной спицы, и уже получается со второй спицы у нас уже идет автоматом. Так как мы провязываем 2 вместе, то есть 2 вместе с обоих спиц и затем одеваем одну на вторую, 2 вместе лицевой и делаем как бы протяжку, 2 вместе лицевой, протяжку, 2 вместе лицевой, протяжку, то есть делаем закрытие открытых петелек с обоих спиц. И так вот до самого-самого конца. И у нас остается 2 последние петельки. Мы точно так же провязываем их вместе и делаем протяжку. Подтягиваем вот этот обрезанный кончик ниточки. И вот эту петельку выпустите немножечко. Теперь нам спицы уже не нужны. Берем крючок и прячем вот эти вот кончики все полностью с изнаночной нашей стороны. Вот эти вот запрячьте кончики, и тогда мы с вами продолжим дальше сшивание. Итак, я кончики заправила, но осталось вот это вот незаправленное начало, скажем, нашего вязания. Я его так и оставила с лицевой стороны, в принципе, оно мне пока не мешает. А здесь все остальные кончики я попрятала. Теперь берем вот эту петельку, подтягиваем хорошо и вводим крючок в первую петельку с одной стороны и с другой стороны. То есть вот они, наши косички, за обе стеночки вводим, захватываем. И вот такими вот соединительными столбиками делаем сшивание. Вот так в одну стеночку, во вторую стеночку, на крючке 2 петелечки и делаем соединительный столбик или протяжечку, как вам понятнее. И точно так же продолжаем сшивать до нашей вот этой вот перепоночки, до отметочки, вот где мы набирали с боковой стеночки петельки. То есть вот так вот вводим крючок, может такое, что немножечко цепляться, вот чтобы не цеплялась, я заново еще раз сделаю. Вот. И с одной и с другой стороны соединительный столбик, с одной и с другой стороны соединительный столбик, с одной и с другой стороны соединительный столбик. И вот так вот сшиваю. У меня по экрану ходит мое вязание, но ничего поделать не могу, мне так, это мой процесс работы, мне очень удобно это все делать. И так, в общем, продолжаем сшивание. У нас, в принципе, петельки должны совпасть по количеству с одной и с другой стороны. Вот, и вот так вот продеваем с одной. Обязательно за обе стеночки смотрите, чтобы было все красивенько и аккуратненько. И вот так вот. Раз. Все, дошивали мы до вот этого момента. У меня получилось вот таким вот образом.
Ничего страшного, что у нас вот такой вот шовчик на изнаночной стороне, то есть как бы на ножке. Он у нас довольно-таки мягенький получился, все довольно-таки аккуратненько. Так как ребеночек еще не ходит, то в принципе здесь как бы особого значения не играет роль, шов есть или нет во внутренней стороне. Итак, теперь немножечко привытяньте вот эту петелечку крайнюю, когда дошли до вот этого набора петелек, и выворачиваем на лицевую сторону. Вот так вот хорошо-хорошо выворачиваем. Вот, как вы видите, у нас вот такая пенитулечка уже видна. И снова поворачиваем вот этой стороной, одеваем на крючок нашу петельку, все подтягиваем хорошо, красивенько, и уже начинаем с набора петелек сшивать с лицевой стороны. То есть, обратите внимание, мы сейчас сшиваем с лицевой стороны. И точно так же за обе стеночки, с одной и с другой стороны, и протяжечка. С одной и с другой стороны, и протяжечка. Вот таким вот обычным способом мы начинаем сшивать с лицевой стороны. Точно так же, как мы делали с вами до этого. Обязательно, когда начинаете сшивать, посмотрите, чтобы у вас с внутренней стороны при сшивании было все ровненько, аккуратно и красивенько. То есть вот, посмотрите. Все ровненько, гладенько и красивенько. Продолжаем сшивать до конца. С одной стороны, с другой стороны косичка. За обе стеночки, как я вам говорила уже. Почему за обе? Для того, чтобы не было никаких отверстий при растягивании пинеточки на ножке. Чтобы не было каких-то дырочек. И вот так вот подтягиваем с одной, с другой стороны. Протяжечка с одной и с другой стороны. В общем, вот таким вот образом мы сшиваем пинеточку. Почему с лицевой стороны вот после наших, так скажем, набора петелек? Потому что у нас этот краешек будет завернут на изнаночную сторону. Вот, посмотрите. Вот так. То есть вот мы сошьем сейчас с лицевой стороны. Вот он, шовчик. И мы вот так вот заворачиваем, делаем отворотик на пинеточке. Поэтому лучше его делать на лицевой стороне, и он у нас идет как бы вовнутрь при отвороте. И вот так вот сшиваем до самой-самой последней петелечки. Вот она у меня сейчас уже будет последняя петелечка. За обе стеночки и с этой стороны за обе стеночки. Все, смотрите, у нас получилась вот такая вот петелечка. Мы можем, чтобы наверняка ее закрепить, сделать еще, подтянуть и сделать еще воздушную петелечку. Вот так вот. А то и две. И хорошо затянуть. Вот этот краешек ниточки мы отрезаем. И вот этот кончик хорошо-хорошо подтягиваем вот так вот. Затягиваем наши воздушные петельки и прячем кончик, вот эту косичку шва. Точно так же, как и вот этот кончик, точно так же с лицевой стороны в косичку шва. И когда вы запрячете кончики, у вас получится вот такой вот отворотик. И пинеточка ваша будет готова. Останется вам только ее украсить. Украсить вы можете бубончиком, как это делала я. Ссылочку на бубончик я вам оставлю под этим видео. Мы с вами не будем углубляться, как делать бубончик. Бубончик вы можете делать различных размеров. То есть у меня это приблизительно, сейчас вам скажу, какой диаметр бубончика. У меня диаметр где-то 5-5,5 сантиметров. Вот делаете кружочек картонный 5-5,5 и точно так же просто прикрепляете вот здесь вот, вдеваете, скажем так, кончики и с внутренней стороны крепите. Точно так же для тех, кто делал дырочки, как у меня, продеваете ленточку или жгутики. Жгутики я тоже оставлю ссылочку под этим видео. Аналогично этой пинеточке делаем вторую пинеточку. Абсолютно одинаково, здесь никаких
скажем так, рекомендаций по изготовлению второй пинеточки дать не могу, так как они делаются идентично. И точно так же на первой и на второй делаются шовчики, вот так вот. То есть они одинаковые, абсолютно, не имеет значения, какая из них правая, какая левая. Точно так же, если вы украсите без, так скажем так, без сторонным, вот так вот я бы сказала, бессторонно, то есть неважно, с какой стороны у вас будет левая, какая правая, то есть вы оденете, вот сейчас я вам покажу на готовом примере, то есть неважно, это левая или это левая, правая, в общем, они считаются бесторонние. А сторонние, если вы захотите, к примеру, вот я на примере вот такого цветочка вам покажу, сделать вот так вот сбоку. То есть, если вы сделаете сбоку уже украшение, то, конечно же, это будет уже стороннее. То есть, у вас будет с одной стороны цветочек и с другой стороны. Вы уже как бы визуально обозначите, где у вас левый, где у вас правый ботиночек, пинеточка. Итак, в общем, если вам понравилось, обязательно комментируйте, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока!